причалили мы какую-то деревню. Чего деревня? Жилая, не жилая? Жилая. Ну, видишь, никто не выходил на пищу. А, тут досочки есть. Солнечная батарея висит. Ну, да. Да я встану. Пойдешь смотреть? Да. Объект под охраной. Закрыто. Целая деревня. Это дача уже. Это уже дача, да. Объект под охраной. Да. Тут балуем. И трактор стоит, да. И вот. Пошлите отсюда. Баня, баня. А? Ну то баня, нормально. Не пылить чужую территорию. Да, да. Ну да, да. Да, 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 да. Да, да. Да, 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 да. Да. Ой, ой, хорош. Хорош, хорош, хорош. Да. Да. Да, да. Да, да. Да. Не наш. Да, все, пока-пока. Пока. Да. Нехуй лазить по чужим дачам. Пока. Ближе надо.
Да. Были красные скалы, стали белые. И пошел дождь, пошел дождь. Блин, клинский. А дождь нам не страшен. Наверное. А стоянок нет и нет. Хоть на камни выбрасывайся или в лес. Ёкарный бабай. Сегодня у нас 11 августа. Завтра у нас типа днёвка должна быть. Но под таким дождём... Капец. Поселок Шансар, или как там ее, оказался жилым. Первое строение жилое. Да. Что? Охранник, да? Охранник. Общаемся потихонечку с большой землей. Не то чтобы очень завален. Вот здесь. Тарелку давай. А, еще бутылка сахара нашлась. Еще будет сахаром. Договорилось две. Кидай. Сахар зажал Жека еще на бутылку. Я скажу, говорю, две должно было быть. Я одна вообще не выбирал, я это потерял. Как вот бутылку сахара потерять в рюкзаке, я не понимаю. Рюкзак лучше бы оставили этим охотникам там, рыбакам. Ну что, наркоманы? Надо, чтобы сахар вез каждый там себе, да и все. Нет. Нет. Не нету, да? Нет. Вот такая у нас сегодня поляна на Галичном. 20 грамм сахара, да? Долго-долго мы шли, выбирали. Стали мы... Когда надо, пьешь. Когда надо. Стали мы вот так. Здесь мы будем спать. Там у нас развешанные вещи, потому что завтра у нас переход, наверное, никуда не будет. Будем на этом галечке сушиться, продолжать. Наверное. Очередной красивый закат. Речка Урик. Да. Речка Урик. Там у нас ничего нет, да? Там еще небо синее, зашибись. А там солнце уже зашло за деревья. Тут уже недавно было солнце. Развешивались, сушились. Солнце уже ушло туда. В глубину. Там может даже местами дождик идет. Оттуда мы пришли. Вон оттуда, оттуда. Вон оттуда примерно. А тут такой у нас пляжик красивый. Там вытащили, что-то сушится. Ну там буквально, наверное, метров 500 деревня, которая это 15 километров до Инги. Шансар там называется. Нам осталось пятнашечку еще в реке. И антистапель. Ну, наверное, здесь мы будем завтра тусить. Сушиться, балдеть, жарить оладушки и так далее. Одним словом, будет красота.
Зачет? Я не знаю. Ужин. Макарошки. Я за чесноком не скажу. Кетчуп готовился к макарону. Размечтался. Я его... Вот так вот. Мне его показали вчера. Кетчупа нету. Кетчупа было... Три. Три упаковки было. 12 августа. 8 утра. Прогноз пришел на сегодня 20 градусов днем. Солнечно. Солнце, конечно, пока что вот... Оно как бы есть. Но что-то вот... Вон те ежики в тумане, которые пытаются что-то поймать. Саня, кстати, успешно. За вчера мы вообще ничего не поймали. Саня поймал только два хариуса за весь плав. С утра пойду-ка я попробую. Один заброс. И один хариус клюнул дурной какой-то. Ну туманник, блин. Туманит, туманит. А нам сегодня сушиться. Ну еще 8 утра. Поэтому все будет нормально. Колесочек. Последний магикан. Ну, наверное, Саня еще наловит. Только что словил. Свеженький. До конца маршрута осталось 13-12 километров. Урик только течет. По дороге уже появляются автомобили отечественного производства в разных номинациях. Нивы, УАЗики, КАМАЗы и так далее, и так далее. За 8 километров до финиша собрался какое-то узкое русло, по роже был небольшой, несет. Да, покатать девчонок по реке. Река Урик. 6,5 километров до конца. Вот это, наверное, стандартный уровень воды должен по корню. А внизу уже сантиметров 35. Это ниже среднего уровня. Ниже среднего, да, вот получается на выходе. Последние метры Урика. Где-то здесь его устье. Мы должны влиться в большую белую. Только где эта большая белая? Может, она небольшая, может, она просто называется большая белая, по факту она маленькая. Я так жду реку больше, чем Урик. Ну это заводь, так, нам вот вправо не уходить. Нет, вот должна, а, вот, должна вот, вот уже, должна вот это быть. Ребята, да? Левый проток. Нет, нам направо, нам направо надо в любом случае. Ну направо, но левый проток. Или там нет? Это сам уже Урик, в смысле, первая большая белая. Нет. Вот. Все, мы направо уходим. Проток-то не сразу начинается, а после перекрестка, после устья. Там, где эти стоят, там нету протока? Нет. Нет? Нет. Там деревья они навалены. Куча деревьев. Нет, хорошо. Вот оно отсюда начинается, да? Кто? Белая. Ну оттуда течет еще. Большая белая оттуда течет. Оттуда? Фиг знает откуда вы еще. А, ну за лесом, да? Она долина то уходит, а мало белая, там еще черти куда. А это устье. Устье Урика. А ты здесь клиенты забираешь?
Все, мы прошли устье Урика по навигатору. Высота 535 метров, 15.43. Мы за 14.15. Так, это мы 14.15 вышли, по-моему. За полтора часа дошли до устья Урика. Блин, накачал. Да. Просто она вот упала, она немножко подпустила, на барабан был. Вот он. Большая, белая. Не, она вот такая тоже широкая. Вот она издалека кажется узенькой. О, смотри, что-то тащит, не? Здравствуй, большая белая. И прощай, Урик. Добрый день. Добрый день. Ну, вот она, большая белая. Вот такая она, большая белая. Это у нас Урик был. Был Урик. Сколько нам поедем? Это два. Километра два. Большая белая уже течет не в скалах. Песочные обрывы. Тоже падают деревья. Последние 300-400-500 метров маршрута. Вот наша нужная гора по карте. Вот сейчас здесь разбой начинается в левую сторону. Основное русло вроде как прямо, широкое. Здесь узенькое налево. Нам, походу, надо налево. А там какие-то люди уже ходят, судя по всему. Да? Вдалеке. Екатеринбург нас ждет с нетерпением. Падаем в последнюю протоку. Последний порог этого маршрута. Машина стоит, какие-то рыбаки. Она, наверное, сейчас налево, возможно, чалит где-нибудь. Вот там знак стоит, видишь, наверное, туда. Думаешь? Нет, нет, не думаю, я предполагаю только. Я хочу туда зачалиться. Табан, 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 Саня. Еще, еще, блин, зайди, сейчас шоркнем. Шоркнемся. Бля, вот противно. Вот бери теперь толкал. Хорошо. Говори, блин. Ну, давай назад все. Давай. Да-да-да! Видим вас!
прибытием нас, да? Дальше заедь. Ну так, чтобы вам не обходите этот мель. Где там нам удобнее, чтобы вытащить? Мель обойдите только. Утка, утруска, услужка. Дальше, дальше идем. Тут занято все. Ну, а что, нам дальше по-любому. Добрый. Привет. Ребят, где нам проще зайти? А дальше нет выхода, да? Ну, если на поляну, то здесь. Если на дорогу, то ниже. Ну, на поляну, мне кажется, лучше. Нет, чтобы мы через ваш лагерь не таскались сейчас. Там дальше есть? Поляна только здесь. А, ну вот. Давай, да, дальше. Власть, мы сейчас это самое уберем. Да мы там зайдем. Борь, там заходите. Ну там выбирайте где-то. Ну сейчас посмотрим. Так. Там машины лодки скидывают. Там можно. Но лучше здесь. Стоять только здесь, скорее всего. Угу. Там стоять на дороге. Ну понятно. А дорога подходит сюда? Вот она, дорога. А, ну все. Сюда не подходит, там вот она. А там стоять негде. А может мы его передом развернем? Да какая разница? Сейчас я посмотрю, что к чему. Колени мои уже не разгибаются. Поздравляю тебя, Сань, с окончанием маршрута. Последний раз выходит. Не вижу повода не выйти. Прибытие. Спасибо. Окончанием. Да, с окончанием восводной части. Да. Да, есть что. Так. Вот тут поляна есть. Вот здесь. Ну такая. То есть вот мы стоим, здесь еще есть. Сейчас посмотрим. Сейчас, сейчас мы сначала зачалимся все, разгрузимся. Так, вы стоите, кашеварите где? Кашеварим здесь. Здесь, да? Сейчас раму там соберем, берем. Да, мы наверное, лучше там зайдем, чтобы вам не бывать здесь не родить. Вот там остаться было. На скалу зайдем. Нам пофиг. Куда лезть? Спокойно сделать. Я поспорим, что там вообще интересного. Тихо, спокойно. Ну, там лес. Просто лес такой густой, там ничего лес, нет, да? Смотреть смысла даже нет, да? Лес заросший. Вот здесь только вот. Площадочка. Даже начал каты как-то раскидать. Ну, мы завтра два. Восемь человек. Тоже 8. Нас 8, в принципе, да. Можно каты, конечно, и там кидать. Там, там и сушить солнце. Лучше. Да. Ну, сейчас разведочку сделаем. Правой тропой. Большая белая. Вон там вот зачались. Здесь местные на рыбалку приезжают. Вот такой вот пятачок пыльный. Грунтовка. Вот такого качества. Уходит вдоль горы. Но каты сушить как бы особо нет, только в лесу. С солнечной стороны нет галечника. Неудобно. Мягко скажем. Расстрелянные знаки. Вот тут ребята сушат здесь. Ну, кто где смог, называется, зачалится для удобства. Тут и сушат. Без присмотра оставлять тоже как бы не хочется. Ну, как бы так. Финальная чалка. Пушка. Утруска. Стоим на берегу. Соседи Екатеринбург там у нас. А этот
кашу, еще булкашка была такая. Не знаю. Была, значит, будет. Передай фотку. Ну, пару. Песночная какая-то. Это самое главное. Еще раз большое спасибо этому великому Маниту, духу, который сопровождал нас весь поход. Погода, слава богу. Повезло, по-моему, как никогда. Да. Да. Ну и все. За финальный счет. Давайте. На каменном пляже хорошо посушили. Или давай это вживаем. Попали. Нет, вот так. Не наели яблоко. Рыба подвела. Да? Но сэкономила зато у нас мясо. Есть море. Хорошо, сидим. Много. На которое мы не ездим практически никогда. Почему не ездим? Потому что очередь на, по дороге. Я в Светлогорске все лето отработал, все хорошо. Отработал? Работал. А не отдыхал. Подожди. У вас прекрасный край. Оладушки. Не подсматривай. Не подсматривай. Примерно год назад был. Вкусняшка. 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 Одинокий гитарист добрым безделем на пару поднимает к небесам этот маленький трак. Повезло на Саянах, да. Мы в Саянах. Мы в Ебенях.
мечтатель. И меня это далеко Россия. Новая из конкурса. Мы в Саянах. Восточных? Это не точно. Не точно? Думаешь, не точно? Восточных. Как минимум восточных. Да. А вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить, но праздник не календарь уже не трогает души. По-новому торопит кто-то жить, но все ж дай Бог по-старому нам чем-то дорожит. Бегут колеса по степи, отстукивая степь, видела ковша не груди, а все едино здесь. Видела ковша не груди, а только мне не говори, а не вези мне степи вздох. Река Урик. Финиш. Урик. 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 Река Урик. Закат.